Мы находимся в районе бывшей цементной слободки, бывшей, потому что здесь ничего уже не осталось практически. Именно вот на этом месте вскоре проляжет железная дорога, а рядом с ней уже введена в строй автомобильная магистраль. Вот так выглядит Бочарка. Двухэтажные дома, последние полуразрушенные. Все переехали, однако вот слышу собачий лай в одной комнате, и в другой вот явно в окне мопс. Там за шумозащитными экранами двигаются автомобили на материк и в обратную сторону. И вот здесь их видно. В ту сторону крепость Керчь, море. Здесь еще оставшиеся в живых здания, где жили люди. Люди, кстати, переселены давно. Живут в многоэтажке. Сейчас покажу, где. Вон там. Два трехэтажных дома построены.